Сегодня прима Ульяновского драматического театра, народная артистка России Кларина Ивановна Шатько, отмечает свой юбилей. Почти за 60 лет театр для Кларины Ивановны стал вторым домом. На его сцене она сыграла более 200 ролей. Среди них наиболее значимые «Мамаша Кураж» в спектакле «Мамаша Кураж и ее дети», роль Бережковой в спектакле «Обрыв» по роману Гончарова. В роли розовой дамы в спектакле «Оскар и розовая дама», который был поставлен Олегом Лаевским, Кларина Ивановна побывала за последний год в нескольких странах и других российских городах. Розовая дама помогает мальчику Оскару прийти к вере, помогает понять, что в каждом дне есть свет. То же самое происходит и в жизни Кларины Ивановны. Она помогает нам, зрителям, увидеть свет, за что мы ей все благодарны. Мы желаем Кларине Ивановне благоденственное и мирное житие, здравия, спасений и во всем благое поспешение. Подашь, Господи, рыбе твоей Фатине и сохрани ее на многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. И от прихожан нашего храма мне хочется только сказать одно. Светик, мы тебя все очень любим. Накануне юбилея мы записали поздравления от коллег Кларины Ивановны, которые любят и ценят актрису за ее открытость, правдивость, духовную чистоту и, конечно, безграничный талант. Я благодарна судьбе, что она свела меня с ней. Я счастлива, что есть Клара. Дай Бог ей жизни, творчества на многие-многие лета. Клара, обнимаю тебя. Спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что ты все эти годы была рядом, как партнер, как товарищ. И дай Бог тебе здоровья. Всего самого доброго. Я желаю ей, ну, конечно, здоровья, конечно. Я желаю, чтобы она всегда была вот такой необыкновенно оптимистичной, жизнерадостной, такой мягкой и даже вот, ну как это вот сказать, Клара, это планета. Я счастлив, что когда-то, очень давно, когда я был совсем молодым актером, вы стали моей крестной мамой. Матушка, я желаю тебе здоровья, неиссякаемой энергии и всего самого доброго на долгие-долгие годы. Я люблю тебя. Министр искусства и культурной политики региона Евгения Евгеньевна Сидорова тоже присоединилась к поздравлениям. Желаю вам долголетия, желаю вам радости, желаю вам новых ролей, новых фестивалей и новых побед. Мы в них не сомневаемся, потому что вы гениальная народная артистка, которую мы все любим. Будьте здоровы, Кларина Ивановна! Для любимой актрисы подготовил подарок Ульяновский краеведческий музей, который специально к юбилею Кларины Ивановны собрал экспозицию, куда вошли ее личные вещи. Актриса передала их в дар музею в 2004 году. Издательский дом «Ульяновская правда» от всей души поздравляет Кларину Ивановну Шатько с юбилеем и желает ей крепкого здоровья, активного творческого долголетия, как можно больше ролей и многочисленных поклонников. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости «Ульяновской правды».